Всем привет! Вы на канале Простые рецепты. Сегодня мы будем готовить салат зеленый лук с яйцами. Для этого нам понадобится немножко лука, 3-4 яйца, майонез и соль. Для начала будем варить яйца. Вот мы положили яйца в холодную воду. И сейчас мы будем варить их. Пока яйца варятся, мы нарежем лук. Нарезала лук. Сваренные яйца мы будем резать ножом. Теперь нарежем вот яйца. На кубики. Ага. Все. Вот мы положили яйца в эту миску. Теперь положим немножко соли. Перемешаем. И одну ложку майонеза. Вот такой красивый салат у нас получился. Подписывайтесь на канал Простые рецепты. Всем спасибо, всем пока.